считаете, что это обычный мусор, от которого следует избавиться? Знаете, я думала точно так же до того момента, как Олечка Метельская сказала мне: «Знаешь, с помощью пластиковой бутылки можно омолодиться». А это нам всем, безусловно, интересно, поэтому я позвала Олю, чтобы она раскрыла все секреты такого омоложения. Встречайте! Что можно сделать с пластиковой бутылкой, чтобы выглядеть младше? Я регулярно изучаю новинки косметологии. Смотрю, что кто сделал. И вот как-то я наткнулась на тренинги японского косметолога Чизу Саеки. Чизу Саеки – відомий б'юті-гуру з Японії з 45-річним досвідом в індустрії краси. Вона уславилася на весь світ простими і надзвичайно ефективними методиками догляду за зовнішністю. 2004 року Чизу випустила свою першу книгу з догляду за шкірою, яка блискавично стала справжнім бестселером не тільки в Азії, але й в Америці та Європі. Відтоді вже вийшло понад 30 книг Чизу Саекі, які розійшлися багатомільйонними накладами по всьому світу. Захоплених відгуків про її домашні б'юті-процедури так багато, що сумніватися в їхній дієвості не доводиться. Та й ім'я Чизу Саекі вже гарантія якості. Проте головним показником ефективності цих методик є саме Чизу, яка у свої 73 роки має гладеньку порцелянову шкіру, стронку статуру і бездоганний зовнішній вигляд. Звісно, ця великолепна жінка абсолютно не выглядит на свои 73 года. Это можно назвать каким-то чудом. Да, и я тоже так думала, поэтому вот ее как раз советом и хочется вот последовать. Угу. Я просмотрела тренинг ее, водный массаж лица. Мы разные виды массажа пробовали, но о водном я даже и не слышала. Да, мне это сразу стало интересно. Схему я себе сразу сохранила, даже попробовала, а потом мне понравилось, и я начала рекомендовать другим. И я эту схему дала замечательно девушке Анжелике и предложила: по этой схеме ты дома делай вот такие вот определенные вот движения. Так. И хочу сказать, что результаты есть, их можно будет потом посмотреть, мы все увидим, все узнаем. Ну что ж, вернемся к массажу. И я так вижу, что сегодня кто-то испытает на себе этот массаж. Я бы сделала это с удовольствием, но впереди много встреч, должна выглядеть прекрасно. Но если кто-то здесь сегодня покажет, как делать этот массаж на себе, то я обязательно дома потом повторю, потому что все новенькое, что ты рекомендуешь, это всегда эффективно и интересно. Я уверена, что кто-то из вас захочет испробовать этот массаж на себе. Желающие, выбирай, все хотят. А вот я думаю, вот девушка, которая сидит в первом ряду, да, вам она ближе так идти. Смело Пожалуйста. Подняла руку. Да, прошу вас. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Людмила. Очень приятно. Я хочу сказать, что я нашу героиню сегодня выбрала не случайно, потому что я увидела, что у вас нет макияжа. Тушь не потечет, нам не нужно сейчас активно смывать макияж. Основные этапы массажа – очищение кожи, да, проведение массажа, и после массажа желательно нанести крем по типу кожи. То есть тот крем, которым мы пользуемся каждый день, нету абсолютно никаких возрастных ограничений. Есть небольшие ограничения по коже. Нежелательно делать массаж, если у нас есть какие-то воспаления, какие-то ранки, царапинки. Если идет вот стадия обострения угревой болезни, ну, тогда, понятно, нужно просто лечить эту болезнь. И если есть какие-то серьезные новообразования. А так, пожалуйста, уникальное средство. Ну, давайте действовать, Людмила. Да, готовы. Итак, нам для нашего массажа понадобится обычная бутылка, наполненная тепленькой водой. Вот чтобы было нам комфортно. В крышечке я сделала шилом дырочку. Массаж состоит в том, что по специальной схеме, активизируя определенные мышцы, мы выливаем тонкую струйку воды, и благодаря этому у нас идет активизация лимфатической системы и кровотока. Но для усиления эффекта работы нашего массажа мы можем также сделать не просто водный массаж, а травяной. То есть мы сделать можем настои трав. Угу. Но поскольку я не знала, кто будет сегодня наша гостья, какие у нее аллергические реакции, предпочтения, тип кожи, поэтому у нас сегодня будет просто базовый вариант: теплая вода, температура примерно 36 градусов. Ну а какие могут быть отвары трав теоретически? Если у нас сухая взрослая кожа, это может быть настой
липль. Если у нас кожа более жирная, либо комбинированная, это может быть тысячелистник, подорожник, шалфей. Если у нас кожа склонна к сухости, то нам подойдет смесь иван-чая плюс фиалки трехцветные, то есть анютиные глазки. Ну что, попробуем? Попробуем. Что сейчас, конечно, мы Людмилу закутаем полностью, для того, чтобы ее красивое платье не пострадало. Кстати, да. А дома мы массаж можем делать в ванной комнате, либо стоя, либо принимая ванну. Лежишь, наслаждаешься и по специальной схеме, да, вот себе вот бутылочкой выливаешь что-то на лицо. Но это первое время по специальной схеме, ну, смотришь, как делать, и делаешь, а потом уже научилась, вошла в ритм. А там очень просто. Я вот сейчас вот покажу и схему, и как вот мы будем делать от точки за точкой, вот все будет понятно. Помоги, пожалуйста, Людмиле одеться. Ну, конечно, здесь это все меры безопасности. А дома просто в ванной. Лей себе не хочу. Кстати, в сезон отключения горячей воды можно все-таки холодной водичкой делать? Это сейчас актуально. Можно делать раз в неделю такой вот массаж лица холодной водой примерно 10 градусов. Угу. То есть сейчас ты покажешь, как это делать, а потом уже Люда, если понравится, будет сама делать дома. В принципе-то мы осваиваем технику самомассажа, да? Нам же интересно, чтобы мы сами могли это сделать. Боюсь, что если мы Люде сейчас дадим бутылку, то она будет вся действительно мокрая, несмотря на то, что мы ее так вот укутали. Будет подмоченная репутация. Начинаем мы любой массаж с того, что мы очищаем кожу. А я тем временем, пока вы занимаетесь подготовкой к массажу, покажу схему, которую я у тебя вижу, чтобы мы поняли, что будет происходить, да? Смотрите, какая схема. Олечка ее подготовила. И, разумеется, если вы захотите сделать, вы можете посмотреть это видео на нашем канале повторно. Либо вы можете зайти на наш сайт, и там будет вот эта схема в таком виде. Очень удобно. Мы начинаем наш массаж с линии лба. Задействуем сначала мышцы, которые всегда у нас находятся в гипертонусе. Да? То есть их нужно расслабить. Мы по змейке аккуратненько массируем полностью линию лба. Прикрываем глазки и, начиная снизу вверх по спирали, мы аккуратненько струей воды вот таким вот образом. Следующее. Мы обрабатываем зону вокруг глаз. Это круговая мышца. И мы аккуратненько по кругу выливаем и массируем. Каждое движение у нас идет примерно 3-4 раза. Следующее – это щеки. Мы сначала их подтягиваем снизу вверх, от щечки к глазику, тремя линиями. Вот раз, два, три. А потом от носогубной складки мы подтягиваем тоже вверх. Раз, два, три. Сделали. Потом круговая мышца рта, которая тоже нуждается в том, чтобы мы ее расслабили, потому что она постоянно находится в тонусе. По кругу. Прекрасно. Раз, раз. Чем сильнее нажимаем на бутылку, тем сильнее напор воды, тем более ярко мы это все можем прочувствовать. Переходим ко второй половине лица. Тоже симметрично. Знаем, что делать на щеках. Два, три. Раз, два. Вот так вот. Опять идем к глазу. И дальше нос сверху. И заканчиваем тем, что мы полностью обрабатываем наше лицо. На самом деле все это делается быстро, в темпе и под напором. Что, ты быстро сделала? Нет. А, быстро это вот так. Переходим, потом вот так вот. Мне сейчас захотелось сказать спасибо мальчишкам, которые вот этими брызгалками нас доставали. Спасибо. Итак, несколько подходов, пока, собственно говоря, мы не используем всю воды, либо отвар трав. Вот таким вот образом. Мне нравится, я буду делать. А вы? Да? Правда? Ага. Молодцы. И теперь мы аккуратно промакиваем кожу. Такой вот массаж, он делается 3 раза в неделю. Вот как только вы захотели расслабиться, это средство просто необходимо вам для омоложения и для хорошего самочувствия. Тем более летом, когда жарко, это освежает, тонизирует. Я лично в восторге. И открываем. Встречаем обновленную после одного сеанса массажа Людмилу. Людмила, ну как вам было? Рассказывайте. Чудесно. Да? Да. А сейчас, уже после того, как массаж прошел, есть ощущение свежести? Есть тепло, то есть лучше кровообращение стало, и так хорошо. Чудесно. Будете делать такой массаж, конечно, сами дома, да?
Ну, а если бы вот ваши подружки, Люда, ну как, стоит ли, порекомендовали бы им? Конечно. Порекомендую. Мне очень нравится этот ответ. Не зря мы тут старались. Людмила, вы можете спасибо. Занимать место. Спасибо большое. Да. Не будем забывать, что Анжелика, наша зрительница, которая встретилась с Олей, делала этот массаж в течение 2 недель. И мы хотим оценить результат вместе с вами, поэтому встречайте Анжелику. Она к нам сейчас присоединится. Прошу вас. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, присаживайтесь. Но скажите мне, Анжелика, много вы воды пролили? Очень много. Много. Но с удовольствием? Да. Массаж приятный. Массаж легкий, незатратный, я думаю, эффективный, потому что кожа подтянулась, угу. Контур стал более четкий. То есть это японская техника работает? Да. А у нас есть возможность не только поверить на слово Анжелике, которая действительно прекрасно выглядит, поддержим спасибо. Ее, но и увидеть разницу, потому что, конечно, до начала этого эксперимента с массажем Анжелика по нашей просьбе сделала фотографию. Мы сейчас смотрим. Вот 2 недели назад. Абсолютно другое лицо. Эффект есть. Комфортно, удобно, быстро. И что немаловажно, Анжелика, спасибо, что подметили. Практически бесплатно. Самый коварный вопрос, который я могу вам задать, я задам. Возраст. Возраст я никогда не скрывала, мне 51 год. Шикарно. И даже до массажа это шикарно. А уж теперь это прямое доказательство того, что этот водный массаж омолаживает. Ну что, Анжелика, советуем всем-всем женщинам этот массаж. Да, очень даже советуем, потому что массаж действительно дает свой результат. Советуем!